Естественный прирост населения Тувы в 2017 году составил 4228 человек. По информации органов управления ЗАГС Республики, в 2017 году в Туве родилось 3688 мальчиков и 3353 девочки. Если рассмотреть анализ записей актов гражданского состояния всех новорожденных 2017 года, то 2586 детей появились в семьях, где родители состоят в законном браке. Остальные 4455 малышей, или более 63% от общего числа, родились у матерей не состоящих в браке. При этом в более 2600 случаях установлено отцовство. Еще в около 1900 записях информация об отце отсутствует или внесены со слов матери по заявлению. Стоит отметить, что около 1,5 миллиона рублей госпошлин поступило за установление отцовства в прошлом году. В общем, в 2017 году поступления составили 7,9 миллионов рублей, что на 222 тысячи больше, чем год назад. Основная доля приходится на пошлины за выдачу повторных свидетельств и за установление отцовства.